Снова здравствуй, дорогой зритель. Опять фон поменялся. Снимать некогда, негде. Ну вот, с горем пополам, зато есть что. Уже хорошо. Снова мои руки. Меня зовут Михаил, канал «Картавый блогер». Ножа у меня под рукой нету, поэтому буду грызть зубами, рвать руками. Это было легко. Блин, вот здесь вот начинаются сложности. Нет, это не подарок, это один из вариантов комплектации данного телефона. И, собственно говоря, не знаю, насколько это интересно вообще, достойно ли это отдельного обзора или нет. Ну, кабель как минимум интересный. Это беспроводная зарядка. Мы ее уберем в сторону, шиш бы с ней. А вот данная красивая желтая коробка, она уже поинтереснее. Внутри находится улифон. Человечек у меня его попросил, говорит, ручки... У меня, говорит, диабет, руки не держат, очередной телефон роняю, хочу что-нибудь крепкое и живучее. Значит, телефон крепкий, живучий, 5500 мАч аккумулятор, это хорошо, Android 8.1, ну, тоже неплохо, Face ID и сканер отпечатка пальцев есть. По памяти, конечно, слабовато, 2 гига оперативки, 16 гигов встроенной памяти, зато 5500 HD-дисплей и двойная камера 13,5 мегапикселей. А также экран с соотношением сторон 18:9. MT6739 Core процессор. Ну, давайте посмотрим его поближе. Значит, что у нас есть в комплектации? В комплектации нам положили пленочку, зарядочку и вот такую вот синюю фигулину. С помощью этой синей фигулины, я подозреваю, его надо будет открыть. А, ну да, сам телефон. Его тоже положили. Йо-йо-йо. Ребят, такой тяжелый, знаете, его можно использовать для самозащиты, судя по всему. Сейчас я посмотрю, как он должен открываться. Включил. Ну, давайте сделаем проще. Я сейчас на него закачаю все необходимые программы для проверки, посмотрю, как его открывать-закрывать, и вернемся, посмотрим, с чем его едят. Так, ну, немножко потестировал. Зачем, в принципе, непонятно, потому что 2.16 это, конечно, не то, что хочет серьезный тест. По результатам, результаты оказались очень даже простенькие. Сейчас я вам их попробую озвучить. О, диспетчер файлов это дело называется. Итак, Banzai Benchmark показал 30,8 FPS, 2156 очков. Что ж тут? Ну, собственно говоря, очень простенькие результаты, связанные с тем, то, что здесь всего 4 ядра, до 1495 МГц диапазон частот, Mediatek процессор, ну, в общем, ничего такого, архи нету. А GPS-тест показывает, что к спутникам он цепляется абсолютно без проблем. И, собственно говоря, первая же у нас проблема заключается в том, что мы берем зарядку, подключаем ее. Вот у нас синенькая лампочка загорелась. Кладем сверху сам
телефон, и зарядка его беспроводная не заряжает. А это было бы существенно удобнее, потому что каждый раз открывать штекер, добираться до USB, это, ну, не совсем то... Ну, в общем, это неудобно. А, значит, что у него... Ну, камера и камера... Ничего такого архи я в ней не нашел. Из плюсов... Да сложный вопрос, ребят, на самом деле. Как телефон, очень посредственно. 2 гига оперативки, 16 встройки. Вроде как Face ID должен прилететь в следующем обновлении. Немножко корявые там есть прошивочки из хитростей. Не хитростей, а примочек, которые подходят к этому телефону. Не подходят, а есть в этом телефоне. Чего я за ерунду в последнее время несу, непонятно. Давайте посмотрим. Значит, что у нас есть? У нас есть, да, пузырчик для того, чтобы понять, насколько ровно что-то стоит. А у нас есть компас. Откалибровать его надо. Да, что такое? Делаю прям ровно, как там сказано. А компас откалиброваться не хочет. Не хочет. Не хочет, ребятки, он. 8 движений вот таких вот сделать. Давайте еще раз. Я их сделал уже гораздо больше 8. А он не хочет откалибровываться. Кнопочка информации светится, и ничего она не делает. Давайте побольше сделаем. Не хочет. Скотинка такая. Сейчас сделаю большие размахи. Ребят, категорически не хочет он даже после 8-го раза компас откалибровывать. Это раз. А, значит, аларм. Ну, это на случай, если вы где-то там потерялись, чтобы это в раз вроде как могли увидеть, найти, услышать, но чудо как-то... Ерунда какая-то. Ну, просто фонарик, опять же. Не более того. Ну, можно его подвесить на... Ну, опять же. Приблуда. Нафиг не нужная в обыкновенной жизни. Так, ну что... Давайте, наверное, попробуем сделать следующее. Пойдем и посмотрим, как он выдерживает то, для чего он, собственно говоря, и предназначен. При этом, ребят, самое смешное, когда открываешь его инструкцию, ну, то есть, да, это телефон, который имеет влагозащищенность IP68, там, все дела. Мы открываем инструкцию, написано «Предупреждение». Ну, китайцы не смогли нормально перевести, ну да ладно. Указания мер безопасности. Не позволяйте детям играть, ну ладно. Использование на большой громкости тоже понятно. За рулем нельзя. А в самолете нельзя. Сжигать нельзя. Так хотелось. Не используйте телефон рядом с водой, например, рядом с ванной или раковиной, в подвальных помещениях с высокой влажностью или рядом с плавательным бассейном. Используйте с смартфоном Ulefone только одобренные аккумуляторы. Во, 12-й пункт. Избегайте попадания жидкости на смартфон, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
Ну, вот, не знаю. Но проверять нам его надо. Поэтому давайте проверять. Заявлено, что до метра можно погружаться, и проблем никаких не будет. Вроде как их на самом деле нету, за исключением того, что экран начинает немножко подтупливать. Я его сейчас чуть высушу и вернусь обратно к вам на балкон. Ну, благо, все-таки воды он не испугался. И давайте, наверное, сделаем все-таки резюме. Толстый, большой, тяжелый. Факт. Воды, ну, не боится. Хотя вот немножко подтерлось. Но, опять же, эту наклеечку можно и снять. Воды не боится. Факт. А по экрану, ну, все достаточно простенько, все в этом отношении понятно. А кнопка ПТТ, это если вы будете использовать Zelle рацию, можно будет с помощью нее как тангетку нажимать, в этом отношении плюс. По зарядке не скажу, потому как беспроводная в моем случае не работает. А явный плюс есть NFC. Ну, опять же, проверять я его сейчас не буду. Поверим, что оно функционирует. Есть Face ID. Не знаю, надо, не надо. Из коробки не работает. Надо обновиться. Заработает. В итоге, простой телефон за достаточно высокие деньги. То есть, его ценник где-то там в районе 8-9 тысяч рублей. Для кого подойдет, даже не скажу. Насколько он выдержит падение, ну, опять же, сложный вопрос. Но если вы регулярно мочите телефон, там, не знаю, там, работаете сантехником, там что-то еще, да, он, наверное, для вас будет то, что надо. В остальном, по мне, так немножко цена завышена. Либо качество немножко недоработано. Потому как за эти деньги можно взять достаточно мощную, шуструю машинку, какой-нибудь там Redmi 5. И, собственно говоря, получать удовольствие от большего фарша, который будет в нем. Но, опять же, да, бронированные телефоны я особо не тестировал, поэтому насколько он хорош среди бронированных, не скажу. Послушаю отзывы человека, может быть, буду об этом, кто им будет пользоваться, может быть, буду о нем там чуть больше, лучше знать. За сим, думаю, можно обзор заканчивать. А для рыбалки, наверное, будет хорошо. Уронил в речку, да и ладно, вынул, да и опять же хорошо. Или под водой снять, как там карпа вываживаешь, жик-жик-жик-жик-жик, и как он там... Ну, наверное, только ради этого. Хотя для того, чтобы делать подводную съемку, у меня есть отдельно фотоаппарат, который, ну, гораздо лучше будет справляться с этой задачей, будет иметь там лучшее качество записи, ну и так далее. Я же с вами прощаюсь. С вами был я, Михаил, канал «Картовый блогер». Пойду поищу что-нибудь еще заказать на обзор. Пока. Увидимся.